Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем делать букет из конфет. Для этого нам понадобится конфеты, гофрированная бумага двух цветов. Вот я уже заготовочки для одного цветка вырезала и для розочки. Так. И также нам понадобится искусственная среда. Так, приступаем. Делаем сначала розочку. Берем шпажку. Конфетку мы уже закрепили на нашу шпажку. Вырезали вот такие вот лепесточки. Берем, захипаем наши края. Растягиваем. Положим нашу конфетку. Таким же образом и второй. Теперь берем, вырезаем такую вот сеточку квадратиком и закрепляем нашу сеточку. Вот образом. Вот так. Вот таких розочек нам понадобится 4 штучки. Теперь приступаю делать другой цветочек. Для этого нам понадобится таких вот 5 прямоугольничков. Слаживаем мы его как бы пополам и скручиваем. Сейчас у нас вот такой лепесток. Теперь берем нашу конфетку, тоже которую мы закрепили на шпажке, и закрепляем ее к нашей шпажке. И приклеиваем такой вот листик к нашему цветку. Вот так. Итак, цветочки мы приготовили для нашего букета. Теперь будем
букет оформлять. Для этого нам понадобится гофрированная бумага. Белая. Вот такая. Пока мы ее отлаживаем и составляем букет. Добавили мы внутри конфетки, вот такие вот, зелень тоже добавили, бант вязали, и получился у нас вот такой замечательный букетик.